у МГУ перед второй четвертью, да даже на второй четверть состав следующий. Седов, Михайлов, Усаков, Ваулин, Федосов. У МЖО это Татарович, Дубовицкий, Носов, Слонов, Марченко. Седов один, три очка, мимо. На подборе кто? Все на свете. А точно уж Носов. Следующий раз! Вниз на Дубовицкого фол. Фол нападения. Витя Дубовицкий. С ума сойти. Фол нападения Витя Дубовицкого. За то, что охватывал Усакова. Седов. Федосов. Фол Носову. Конечно. За 29 секунд уже два фола получили игроки Enjoy Team. Ваулин. Михайлов. Усаков. Три очка. Мимо на подборе Марченко. Нет, Федосов, который забивает два очка. Слонов. Татарович. Сословок Марченко, Татарович. Сам фол. Фол Усакову, да. Первый фол у Усакова. Слонов. Конечно, фол Михайлову. Конечно, сзади по спине. Вот и выровнялись по фолам в этой четверти. Ровно за минуту. Слонов. Перевод великолепный. Скидка на Марченко. Марченко 3 очка. Мимо на подборе. На подборе Носов больше оказал давление на Федосова. И от Федосова ушел мяч. Слонов. Носов. Слонов. Носов. Марченко, Слонов, три очка, там мимо, аут, аут, конечно, после броска Татаровича. Михайлов, Усаков, Федосов, три очка, точно. Вот вам и Вася Федосов. Пять очков за полторы минуты. Дубовицкий, Татарович, Дубовицкий, там фол бы Седову, нет, да, да, фол Седову. Ярик, активнее, заполучай, день, давай. Тоже первый, девчонки, да? Там что-то случилось, нет, все нормально. Внимательно. Третья команда МГУ. Марченко. За словом Дубовицкого. Отдает Дубовицкому. Дубовицкий. Скидка великолепная на Носова. Носов даже не бросил. Федосов. Проход. Блокшот от Носова. Татарович. Перехват Михайлова. Великолепно. Пас Федосову, будет пол. Пробежка. Пробежка. Но два очка забивает Федосов. Тайм-аут берет тренер Enjoy Владимир Литвинов.